Апрель поможет открыть новых звезд в искусстве. В Иркутске стартовал фестиваль «Студвесна». Свои таланты демонстрируют слушатели вузов и среднеспециальных учебных заведений. В столице региона фестиваль пройдет в 20-й раз. Сейчас проводится отборочный этап. Победители получат право выступить на финальном гала-концерте. Он состоится 12 апреля в Мустеатре. Конкурс проходит по 6 направлениям, среди которых театр, хореография, вокал и журналистика. Обо всех тонкостях организаторы мероприятия сегодня рассказали в прямом эфире радио «Шансон Иркутск». Особое внимание уделили тому, что с каждым годом уровень участников только растет. В этом году мы постарались привлечь молодых кадров, как раз тех ребят, которые, может быть, делают первые шаги в студенческой весне. Это среднее учебное заведение, которые приехали со всей области, и мы очень этому рады. Потому что, действительно, есть звездочки, которые смотрят, сегодня набираются опыта, и, может быть, через 3-4 года они уже покажут свой уровень на новой высоте.